Работа по борьбе с наркопреступностью ведется постоянно, но теперь для повышения эффективности планируется активнее привлекать к профилактическим мероприятиям общественность. Так, с прошлого года в республике проводятся широкомасштабные акции, направленные на комплексное противодействие незаконному обороту и потреблению наркотиков. Это стало главной темой заседания антинаркотической комиссии. Я еще раз напоминаю, что такой опыт проведения акции проходил в прошлом году в городах Уфа, Стерлитамак, Салават. Нам было рекомендовано рассмотреть этот опыт и его реализовать также на территории нашего города. Вначале планировалось, что акция будет проводиться в течение 2 месяцев. Теперь произошли значительные изменения в плане. Поэтому это будет крупный проект, который продлится с 15 апреля по 1 декабря. Работа разделена будет на несколько направлений. Это прежде всего профилактические мероприятия, спортивно-массовые. Затем мы планируем обновить наглядную агитацию, информационные стенды. Затем, конечно же, включается сюда работа с родителями. Ну и массовые мероприятия, которые запланированы теперь уже на весь год. Представители учреждений образования, культуры, здравоохранения рассказали о запланированных мероприятиях, направленных на профилактику правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота и потребления наркотиков. В период проведения акции планируется организовать беседы с учащимися, круглые столы и встречи с представителями управления наркоконтроля прокуратуры, в медицинских учреждениях консультации по лечению и реабилитации наркозависимых.